Мы пришли в Беш-Казан. Как вам наши печеные лепешечки? Прямо со стандыра. Смотрите, как горит огонек. И здесь варится плов. Здесь мясо. Это здесь самый огромный казан, но он очень большой. Смотрите, сколько ляганов накрыли. Плов томится, да, готовится. Ну, всем известный ресторан Беш-Казан. Всю еду здесь готовят прямо на виду у посетителей. Ресторан Беш-Казан. Ну а найти его в Ташкенте очень легко, потому что он находится вот где, прям под телевышкой. И это, наверное, одна из самых знаменитых локаций города на сегодняшний день, потому что, конечно, в Ташкент приезжают посмотреть достопримечательности, но, наверное, одна из главных достопримечательностей – это, конечно, вкусный плов. Поэтому это, можно сказать, одно из таких мест, которые обязательно к посещению по приезду в Ташкент. Ну, а так выглядит Беш-Казан внутри. В общем, просто показывая, это место не требует никакой рекламы, потому что в Ташкенте, ну, Беш-Казан, центр плова, если вы спросите любого узбекистанца и даже иностранца, любой вам покажет это место. Так что вот такая здесь, видите, как это говорится, обстановка. И людей очень много здесь днем и ночью. Вот, знаете, нет времени, обед, в любое время приходите, в любое время столько народу. В общем, такое вот место знаменитое, очень вкусный плов. Ну, как говорится, что говорить, надо попробовать. Ну, а подают, конечно. Так, это что? Это наш заказ. Подают. Вот это та лепешка с тандыра, горяченькая. Салатик. Так, сейчас покажу. Салат ачичук. Знаете, это прям, можно сказать, комплект. Это, да, сет. Обязательно выходит салат ачичук к плову. Ну, вот он, самый настоящий узбекский плов. Как красота. Всем приятного аппетита!